Всем добрый день! С вами компания MCL. Меня зовут Татьяна. И сегодня я хотела бы рассказать о учете отходов, а также о ведении журнала 1ВТ. Все субъекты хозяйствования, которые образовывают отходы, должны вести учет первичных отходов в соответствии с утвержденной инструкцией. В этой инструкции приведены требования касательно учета отходов, тары и упаковочных материалов, а также наведен образец заполнения типовой формы 1ВТ. Учет отходов тары и упаковочных материалов желательно осуществлять в бумажной и электронной форме один раз в месяц, либо же один раз в год. Информация, которая указывается в типовой форме учета отходов, может быть использована во время проверок, инспекции, также для проведения инвентаризации отходов, для составления декларации образования отходов и реестровых карт объектов образования отходов. Поэтому должным образом составленный журнал отходов гарантирует для субъекта хозяйствования законное обращение с отходами в соответствии с государственными санитарно-гигиеническими нормами. Специалисты компании MCL предлагают провести услугу по учету отходов, тары и упаковочных материалов по принципу экологического аутсорсинга. Выбирая компанию MCL для предоставления услуг в сфере обращения с отходами, вы будете уверены в качестве выполненной работы. Большое спасибо вам за внимание.